Москва, в Калининграде как-нибудь в братве быть. Ну, пока база не открылась, пока нельзя. Как только откроется, то можно. Вот любой, кто залетает, залетный, я вообще не рад. База откроется, я надеюсь, в следующем году точно откроется. Я прям готов на это все поставить. Хотя а вот... у моего все уже нету почти. Так, 5, 6, 2, я тэпаюсь. Слышишь, и вас тэпаю. Что? Блин, жалко, что скин пошел по рукам. Ай-яй-яй. Паша, руку, пожалуйста. Пацаны, пацаны, здорово, ведем себя максимально адекватно. Сейчас подхожу каждому, жму руку. Давайте все в строй, слушаемся магу. Мага сейчас перелогнется. Валерик, Валерик. Пацаны, сами готовьте команду. Здорово, здорово, пацаны. Так, кто рядом со мной находится, тех откину. Пацаны, все в строй, я говорю. Ведем себя максимально адекватно, показываем свою дисциплинированность. Пацаны, подхожу каждому, если никто не здоровается, никто руку не тянет, иду к другому. Кирилл, все, я тебе руку пожал, потому что у тебя хп нету, давай в строй. Так, с Валерой, в принципе, поздоровался. Артем. Здорово, Радик, брат. Саламчик. Валерчику передаю салам также. Арсену большой привет. Так, пацаны, если подхожу, не закидывайте руку, иду дальше. Стасику огромный салам. Максу привет. Денису привет. Давай, Арсен, давай. Паша, ролик бомбовый. Спасибо, спасибо, да, пацаны. Да, смотрел. А что ты... Нарик, ты Нарику, брат, передаешь, ты не мне. У меня, если что... У меня, если что, 872, иди, брат, Арсен. Димасой, дай пожму... Ой, Паша, дай пожму руку мне, только сейчас... Ну так давайте команду заготавливайте сразу на мой айдишник. Подхожу, жму руку. Давайте, пацаны, делаем грамотно. Так вы его нагнули, Паша, жесть. Молодцы. Спасибо, спасибо. Короче, ладно. А, вот Стасик. Напишите команду или что, скажите. Там другим, может, кто не знает, как руку жать. Во, Валера, Валера очнулся. Валера очнулся. Пацаны... Сейчас скажите в голосовой чате или напишите. Пацаны, не говорите, пожалуйста, меня не перебивайте, умоляю. Скажите сейчас в голосовой, как сжать руку, или, может быть, кто-то поделится там просто в чате. Команда Хи. Командам Кею. Кею пропишите. Хи-хи. Вот так, я так понимаю. Хи и ID. Все, подхожу каждому, делаю ту команду, и все, делаем красиво. Максу передаю привет. Денису передаю привет. И... Вот, Игнат, красавчик, сразу подсуетился. Жене передаю привет. Молодчага, Женек. О, пчела. На Антоху похож, конечно. Да. Так, Нарик, Нарик, подожди. Жень, кинь еще раз команду. Что-то не получается. Ладненько, подойду, если не забуду. Так, ладно, Нарику уже поздоровались. Исма передаю привет. Во, Исма, красавчик. О, Исма, молодец. Просто видишь, Нарик, ты перебил команду. Сначала Исма сделал. Так, Владиславу передаю привет. О. Паша, здорово, спасибо большое. Здорово, здорово, пацаны, здорово. Паша, это видео? Артем, ну у меня всегда видео, пацаны. Там, что выйдет, то не выйдет, не знаю. Артему салам. Красиво, да, получается, когда все построились, чисто всем времени уделить, не очень не грех. Да, Костя, Костя, закинь еще раз, поторопился. Эх, Костя, Костя, звезда ты наша, ну теперь походишь с голой попкой, получается так. Так, с Максом мы уже, ну давай Макс еще раз. Давай тоже, Костя, исправляйся. Тоже пацаны говорили на тебя, что... Ну, понятно, что это игра. Ну, слушай, ну, по игре олицетворяются реальные вещи. Это, во-первых, вырабатывается и мотивация, и жизненный кремень, скажем так. И характер вырабатывается. Кем ты в жизни, тем ты тот и в игре, как говорится. То есть тут большой опыт в этом плане. Шелби, Шелби, закидывай ручку. Вот, так что смотри, брат, поменьше там матерись, тебе годков-то немного, но это так, от меня небольшая, скажем так, это самое, это я Косте говорю, небольшой советик, ну и чуть поадекватнее себя веди, потому что пошли слухи, вот Рома свидетель, рядом сидит,
Вот, пошли слухи, что после того, как я тебе время уделил, нормально бабок тебе подкинул, что-то ты там как будто звезду словил. Да, но это как слухи, я не знаю, поэтому тут без претензий. Так что давай, веди себя гордо, с честью, достоинством. Вот, ну и короче, давай, справляйся. Потому что вот Копченый тоже был таким же одурманом, как и ты. И сейчас вот вроде как справляется потихонечку. Ну, в хорошем смысле, конечно, слова. Потом все вопросы. Кирилл, вставай в строй. Пацаны, не устраиваем балаган. Он какие? Один короткий, честное слово, по-братски. Все, тихо всем. Пацаны, ну ёб твою дивизию, ну подождите, я понимаю, тут все хотят и вопросы спросить, и пообщаться, но давайте других уважать. Чего вы себя на первое место выдвигаете? Не будьте такими эгоистами. Кирюх, о, Кирюха руку кинул. Можно просто спросить, гелик себе забрали? Конечно, себе, спрятали его сразу. Пацаны, встаньте в строй по-братски, Шелби, дружище, пожалуй, уже ручку, Шелби, в строй. Ислам. Блин, Армена, конечно, круто нарисовали, очень похож, вообще огонь. Кстати, мне кажется, Паша, он капец как пользуется, вот этот скин пользуется капец каким спросом, не меньше, чем мой, да, на серверах на 4-м и на 12-м капец. Ну, тут он именно в банде. Паша. Семен, давай сделай еще раз, Семен. Можно я тебе отдельную благодарность вырву за такие офигенные видосы, смотрю с кайфом всегда. Спасибо, дружище. Так, во. У вас сейчас что за суета? Что за собрание? Какой-то движ? Защищать будете что-то? Особняк. Защита базы, блин! Красавчики, давайте, пацаны. Во сколько, через сколько защита у вас? Стройся, встаньте. Пацы, не расходимся. Мухаммед, брат, я... Вроде тебе пожимал уже руку, вроде всем пожал. А я просто еще раз хочу, братан. Не-не-не, ребят, давайте тоже всех уважать, не надо по второму разу, иначе это балаган будет. Ну, ребят, вы же все тут адекватные, вы же вас всех тут приняли, и не поставляйте со своих старших, вот не поставляйте магу. Красиво себя ведите, короче. Вот. Мага иначе всех, ну, поувольняет, кто себя будет неадекватно вести. Вот, Диме, по-моему, я руку не жал, да, Дим? Чё, давайте так, пацаны, на мне внимание особо сильно не акцентируйте. Тоже не хочу помешать, так скажем, игровому процессу. Я, если что, здесь, над вами. Маг руководит. Через сколько у вас защита по времени? Через сколько начнется? Через полчаса. Через полчаса? Все, давайте, не расходитесь. Слушайте старших, слушайте магу. Спасибо, я, если что, над вами. Ну все. Ну, в принципе, все круто, да, получилось? Нормально. Ну, Костя сам виноват, Паш, честно. Да, конечно, да я его немножко так, конечно, ну, не, знаешь, правильно, что я его буду все время жалеть и ему там все сюкаться? Все верно, да. Все верно поступил, все верно сказал. Как бы, ну, у меня-то, я-то к нему по-доброму, скажем, на него зол по-доброму. Ну, это опыт ему будет. Жалко, что скинул. Скин жалко, и тот человек же скинул, ну, обмен... Обманул, ну, как бы... Ну и тот, как бы, признался, все, нет претензий, скажем так, понес наказание, все, претензий нет, и его, знаешь, я не могу, ну, если бы он был бы там какой-нибудь ушлым, мега ушлым, который щенка вот обманул, я бы мог что-нибудь против него и высказаться, но по факту, если он признался, понес наказание, ну, все. Просто, знаешь, самое обидное, деньги потерял он в хайзе, и скин тоже улетел в никуда просто. Ну, малой, чё, малой, похер вообще. Мне-то не жалко. Он эмоции получил, я эмоции свои тоже получил, по сути. Он мне тоже подарил эмоции. Я ему тоже благодарен, скажу. ЛФК на 3 секунды. Так, ну чё, оказывается-то у нас защита, ёперн. Сегодня же суббота, у меня вообще, блин, с башки это всё повылетело. Не забывайте про промокод. Когда будете в игре, команда МН, как видите, со всеми мы тут видимся, со всеми встречаемся, со всеми проводим вместе за одним общим, скажем так, столом. Команда, в общем, награды, по-моему, да, промокоды вводим, бонус-коды и так далее. Короче, промокод PL, маленькими, большими, английскими буквами, неважно. Пацаны, я вернулся, чтобы пожелать вам удачи. Давайте, болею за вас, наблюдаю сверху за вами, давайте.
Топим, топим! Саша, спасибо, давай, мы же порвём нахуй! Давай! Приготовились! То, красава, давайте, замотивировал, блин, как нас много! Как нас много! Пошла движуха, по-моему, прикинь, защищают базу, прикинь, когда-то и мы сможем отвоевать нашу базу. Да не, я думаю, конечно, это произойдет, все равно, рано или поздно, я думаю, даже рано. Вот, дай бог, чтобы, конечно, другим путем, не таким вооруженным. Опа, вот они, наши враги, приехали. А или нет? Фишкуешь, аккуратнее это... смотри, подожди. Это не наши враги, это, походу, союзники. Не, союзники вон с нами бегают, есть союзники, есть. А чё они куда смотрят на туре? Империя, союзники. Слушай, я так понимаю, по-любому затащим. Конечно, а все, уже народ свыкся, что-то наше. Свыкся, да? Вообще никого нету, смотри, чё это за три челика. Раз. А кто едет-то? Где, откуда едут-то? Где, откуда едут на туре? Ждем, ждем. Целый час. Вот они, вот они, вот они справа. Они с главного входа. С главного входа люди со школы идут. Не так много, конечно, как нас, но, может быть, ребята более опытные. Что, в принципе, может быть, они могут. Слушай, ну их много все равно. Пошло, да? Нифига себе, конечно, они побросали тачки здесь. Смотри, что делают. Опа! А, вот они нам помогают, смотри. А, помогают? Да, да, помогают. Вот, Катя. Катя Джуниор. Молодчиночка. Бедная. Сейчас ее быстро, наверное, могут пришпандохать. Блин, она тут одна. Ты смотри, на. Она что, кого-то... На, она чувака засадила почти, зему этого. Слышь, нифига себе, могёт. А что, пошла уже, да? Ну вот уже, и тут у нас ислама уже убили. Да ладно. Ну, тут уж, извините, никого не подниму. Не-не, не надо. Ну, нас много. Прям просто кишат, кишат все. Они не торопятся, смотри. А есть же какое-то время на тайминг? Час. Час? Они в течение часа должны, короче, да зайти ладно. На базу. Так, она, так а можно релогаться, респавниться, я не знаю. То есть, они-то по-любому, наверное, релогаются, эти чуваки, враги. Нам-то проще. Ну, нам попроще, да. И, короче, Паш, смотри, надо вот по этой лестнице пойти и вот тут. Чекпоинт. Сейчас я покажу, что Рома нам показывает, ребят. Сейчас это, короче, по главной лестнице, которую вот я построил вместе со своими строителями, вот по естественно. Лестнице надо подняться, короче, и вот видишь тут. Да, 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 вон Рома, система. Рома показывает. Давай, давай. Ну, охранная система все под нашим. Вот враги должны сюда встать и захватить. Давай, воба, воба, Рома, смотри, все, воба могут шу, залететь. Шу, шу, шу. Не, ну я подсказывать, конечно, не буду. Не, не, не. Но в целом, конечно, я понятно, понял. С какой стороны они идут. Вот такие пирожки. На мопеде кто-то подъезжает. Резко, резко причем. Вертолет, вертолет. На вертике, а где он? Он, не знаю, вертолет упал, все, тип пропал. Просто главное, чтобы читеров не было. Читеры любят. Смотри, на Субару главное вообще шпехует, как на Антохином Субару, на легендарном. В целом... Я думаю, по-любому пацаны затащат. Ребят, не забывайте, что вы также, каждый из вас, любой мой... О, смотри! Вот они, вот, они прям, они на входе они все. На входе, вот я тоже на входе. Они все на входе вообще. Пацаны, не забывайте, что каждый из вас может участвовать в такой делюге. Офигеть. Охренеть. Какое мясо происходит. Вот это борьба. Тони. Не своих ли он гасит? Не-не-не, молодчага. Помогает нашим. Короче, ребят, не забывайте, что также идет стрим и у Арменчика, и у Ромы. Да-да-да, нет-нет. Бывает раз в неделю стабильно стрим, поэтому ссылочка на его канал будет в описании. Также наблюдаемся, смотрим. Ну и, конечно же, там же и узнаете, затащили мы базу или не затащили. Спросите лично у Ромахи за пультом. Ну, а я, наверное, полетел, потому что, блин, я смотрю, тут дела образовались. Не забывайте, что, опять же, играем мы на 12-м, на 4-м. В принципе, все уже говорил. Ребят, ждем всех. Увидимся обязательно. Всем пока. Всем пока-пока. Ну, конечно, затащим. По-любому затащим. Да, у них шансов нет. Нифига себе, просто на таком опыте дичайшего. Вообще такой балагонич. Молодчаги, пацаны. Что это было? Тормози, тормози, разворачивайся, братан! Бля, или мне померещилось, или там твои номера были, я что-то не понял. Не видели или... Блядь, он быстро пронесся, нахуй, ты... Вы видели что-то, нет, Алексей? Блядь, мне показалось...
Разворачивайся, блядь! Вон он, нахуй, вон он в точке, братан, нагоняй! Нагоняй все, что есть силок, нагоняй! Нагоняй, пролетел гелик! Я не видел номера, это было очень быстро! Это было мимолетно быстро, так... Блядь, он полетел куда? Туда? В сторону границы, что ли? А прикинь, если заехал он на этот... Если он заедет, он сейчас оттормаживаться будет. Надо Роме позвонить.